соревновательных таких периодах брать определенные связанности, определенные действия. Рассмотрим первое, это начало поединка. Давайте примерно, кто хочет выйти? Два человека. Давайте одного его. Вот. Тут судья. Ребят, на всякий случай отойдите и лапки свои спрячьте. Чуть назад. Начало поединка. Майзет. То есть каждый из вас может сбить один удар, может не сбить один удар. То есть каждый из вас делает как обычно или наоборот что-то новое именно сегодня. И продолжает как будто легкий бой. Легкий бой на 10%. 10% это вот. Но при этом не вот это вот. И начали. Закончили. Еще раз. Подошлись. Приготовились. Хаджим. Закончили. Сейчас я просто посмотрю, что вы делаете. С вами все понятно. А по остальным посмотрим чуть позже, расскажу. Поехали. Ничего страшного. Поскользнулась, ничего страшного. Вовсе не расставляй широко. Чего второй раз? Шире делала и упала. Делай. Он там тоже падает. У нее нога слишком впереди торчит, да? Посмотрим.